ось, який тип, який ход, штамп, спосіб мислення, мислення був у русифікованого українця при наступленні банди Муравйова. Що, о, то якщо я буду протистояти, то і мене так, то вже ліпше я сховаюсь, зніму хрестик, підставлю жопу і може ще як-тось минеться. Так, для некоторых минулось. Особенно для тех, которые пошли в оккупационную, в коллаборантскую банду большевиков. Служить в ГУЛАГах. Потом второй пример. Голодомор. О, то, как бы там была корова, то зерно, то и меня бы то так. А так корови нема, зерна нема, пойдемте, айда до колхозу, совхозу, там спиздити можно. Так само и теперь, и по день сьогоднішній. И олигархи, и вот эти подлинские гниды вшивые, которые сейчас под кума Путина Медведчука ложатся, под других. То есть они имеют силу, вот даже Кличко уже имеет силу, он же, блин, может там десяток всех бах одним ударом. Но он сыкливый до такой степени, ну, до такой степени ничтожества внутри, в душе. Как мужик, мужик же, а оно все такое трясливое, блин. Что, блин, молодежь идет вперед, напередок, погибает за идеалы Украины, против коррупции, за идеалы Майдана. А этот сдает, отдает, блин, все, что можно продать ради своей славы, блин. Ну вот, низ, до такой низости, блин, дойти до такой трусости, такого огромного здорового мужика, что просто, ну, жесть капец. И так, большинство населения того, как бы говорится, русифицировано, но на самом деле обыдляченного, то можно ашвидялые поляки есть, есть там... Фольксдойче, немчуированные поляки, или еще какие-то там немцы аполитизированные. Ну, а тут именно обыдляченная биомасса, которой наплевать на свое государство, что-либо спиздить, подставить свою жопу, блин, снять крестик, которого они, блин, носят показательно, естественно, чем грешат прежде всего. И вот так вот тышком-мышком отдать врагу все, что можно отдать. А те напередке, патриоты, активисты, нехай проливают свою кровь, все нормально, нехай. А мы будем подрывать для оккупанта, чтобы оккупант в случае чего придет, чтобы нас не казнил, а помиловал. Вот же где, блядь, гнидоты. Вот где подлинский суть, стаб душонки сраной. А как его, блин, в ГУЛАГе загонишь это всю говно? Эту? Нет, не загонишь, потому что, блин, их большинство... Вот в чем ошибка Богдана Хмельницкого, что он туда вошел, а уже оттуда пути нет, потому что большинство дерьма, большинство низости, подлости, бля, продажности сидит в этих душонках, в характере, в кости шпику, в костном мозге сидит, это, блин, в генотипе уже сидит. И никуда от него не денешься в Украине, потому что его большинство этого дерьма. И тут необходимо правильно выставлять приоритеты и выстраивать значение слов и дефиниций, чтобы нация, человек в этой нации не заблуждался. Если мы говорим о русификации, то тут может скласться впечатление, что в принципе Россия, русские, орда, как угодно можно называть, но это была империя, которая чморила другие страны. Довольно-таки мощные. И быть под вплывом, быть русифицированным, быть русификованным, это, ну, где-то так еще какое-то значение имеет, какой-то достойности, что все-таки же империя, чморят маленьких, чморят чморей. И вот русификованный человек, вот он вот, вот такой вот. Значит, если ставить по-другому значение слов, то это значит, прежде всего, это быдлотизация вместо русификации. Или тождественно русификация плюс быдлотизация, это
то самое. Мы сейчас видим на примере России, что вот они хотели бы изменить, чтобы им было жилось лучше, но они не могут, потому что это их чморят, потому что их обыдлячили, их русификовали в России. Но, а что происходит с теми людьми, которым выпадает шанс от Бога, от шанс от судьбы получить свою независимость, незалежність, рідну неньку державу Україну, матеньку? Они не то что не готовы, они абсолютно не понимают, что это такое. Нести плюс ответственность и брать бразды правления в свои руки каждому человеку, как совокупности всей нации, как одному мозгу, как одной нации, одному народу. Они этого не понимают, потому что они уже обыдлатизированы. Они понимают только холопский этого буржуя, барина, блин, господина. И все. Для них нет значения государственности, нации. Нет такого понимания. Не давай им, не давай державу неньку свою, вітчизну. Они ее просрут, потому что они уже обыдлатизированы. Они по-другому не умеют. Тем самым пользуются вонючие ворюги, чмыри, олигархи, шмаргалхи. Потому что они руководители наперстков. А остальные поднаперстночники. У них нет ни нации, они бытлатизированы или русифицированы. То есть люди настолько тупые, настолько бытлатизированы, что они не понимают, что творят. Начиная от простых людей, кончая, заканчивая силовиками. Мы же видим вот Смешко, вот он баллотируется в мэра Киева, но он не хочет встать на колени сам перед собой, перед Богом или уже перед нацией и сказать, что да, я был лох, что не топил за то, что сейчас в Польшу все ездят, а не Польша к нам. Почему Украина не в НАТО? Я за это не топил, мы понесли из-за этого того, что мы без безпеки залишились. Мы и я несу за это відповідальність, ответственность. У него это даже не поворачивается в голове. Он приводит масса доводов, масса прикладів. Как надо бы было, как надо бы будет, блин. Но он не говорит самую главную причину, что отсутствие самообороны и быдлатизация нации от со времен Богдана Хмельницких, со времен языческих, блин, делов, блин, настолько сильна, что люди не понимают, что это такое, блин, государство, как с ним обходиться. Это для них, блин, как, сука, бисер для свиней. А он говорит, что он вот такой вот крутой. То есть, к примеру, теперешний или тогдашний, в 90-х годах, силовик. Это, блин, ну, плюс-минус маменькин коммуняцких портократов, маменькин сыночек папенькин, блин, которого втиснули благодаря за того, что миллионы-миллионы за этих педиков, портократов, вонючих коммуняк, погибли на войне. Как со стороны УПА, так и со стороны Красной Армии. Миллионы простых солдат погибли за этих вонючих портократов. Они повтискивали туда своих сыночков. И когда перелом, когда незалежність, независимость. Вот, берите. Вы же должны понимать, что население быдлатизированное больше, чем вы, те, которые учились там в московских этих институциях, блин, политических, блин. Знаете, как обходиться с народом. Значит, вы же должны брать этот народ и сразу его в НАТО, коллективную безпеку, которая обеспечит независимость милитарную, что никто не нападет на эту страну, тогда можно проводить реформы. Нет, они кричат, давайте мы проводить реформу, блин. А то, что на эту страну в любой момент может напасть кто угодно после тех самых реформ и загарнуть то, что после реформ сдобыто, они настолько кретины, блин. Кретины, силовики, блин. Пердуны сраные в генштабах военные. Это кретинизм, это стыд, позор. Это называется, с другими словами, русификация или быдлатизация. То есть, если в России русификация, быдлатизация, это их не проблемы, а в независимой Украине русификация, быдлатизация, это позор. Это, ну, это тупость всех. От простых людей нации до силовиков этой нации, которые, блин, обеспечивают
Что они обеспечивают? Крышевание наркотрафика и шмафика и других дел себе на карман, а потом идут в политику. Потому что до сих пор население вот такое. Ну и, кстати, почему это плюс за Саакашвили? Потому что это человек. Не просто, который выстроит цепочку непотизма. Кум, сват, сраный, вонючий брат, генерат, жена, дети сраные и тому подобная хрень вся. То есть, ну, по примитивному, бытлатизационному, русификационному принципу. А прежде всего, что это человек-система, который прежде всего выстроит в стране, в целой, такую систему справедливости, в которой будут ресурсы, средства и, как Тэтчер говорила, что нет государственных денег, а есть деньги налогоплательщика, будут належати країні, стране. Тогда и язык украинский, и мова украинська буде до наснаги. Всі захотять її розмовляти. І русські, які будуть приїжджати. І той самий тісак, і такі саме на Русі, котрих, на Росії, котрих вбив Путін. Путін теж заговорить по-українську. Бо це буде система справедливості, а не та система несправедливості, а чмаровства, быдлократии, ну, короче, лохократии, которая была, есть и будет при быдлатизации. Какое бы это население ни называлось, чем бы, кем бы оно ни называлось, Украина, там, Белоруссия или Польша, или чем, кем угодно, если оно все русификовано и быдлатизировано, то это просто чисто население. Это для наперстков приход чистой воды. Бомбить лохов. И все. На больше это население не способно. Ни на какую организацию. Абсолютно. И никакие никогда, к сожалению, голодоморы, геноциды украинского этнического населения, способного к жизни, фермеры, никогда этот, как ресурс, вот эти вещи не будут у народа, как символ мученичества использованы. Потому что всегда и голодомором, и репрессиями, и другими вещами будут пользоваться гниды, петушары и паскуды политики, которые будут этим ресурсом приходить к власти и продавать это все с потрохами. Никогда при такой быдлатизации устроенства власти, с такой организации, никогда погибших миллионы не станут ресурсом мученичества, памяти, через понимание как тяжелейшего опыта, горького для нации, для страны, для Неньки, для державы. Что такое голодомор и другие репрессии, вывезение в Сибирь и тому подобное. Потому что, ну, не было коровы, и фиг с ними, добрый, я еще живой. Бо на место погибших в геноциде приходит быдло, замещаемое быдло. Замещаемое быдло, которое вообще не понимает, не знает, оно не знает, что это такое борьба и организация. Быдло, быдлятина, понимает только позывы своих эмпиричных примитивных инстинктов. Вот такое оно быдло, оно больше вот этого примитивизма, насыщения себя и своей сраной гнедотной семейки. Оно не понимает и понимать никогда не будет. Его нужно учить. А кто будет учить, когда такое же быдло в олигархате, блин, и в силовых структурах, и все так идет, идет, идет. И кто-то снимает сливки, а быдло как было, так и остается быдлом, к сожалению. Вот так и живем. Постыло и постыдно. Государство есть, границы есть, ну а нации как таковой нету. Похожая ситуация в Польше, но не аж так вопиющая, как у нас на Неньке нашей Украине.